Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы опять продолжаем с вами проходить игру, которая называется Gridland. Игра опять обновилась, версия у нас теперь 0.8.25а, а мы продолжаем игру. Так, ну особо мы, наверное, ничего уже купить не можем, в прошлый раз мы все купили. Нет, нифига себе, мы покупаем вроде, нет, подтвердить. Нет, нифига, мы не покупаем. Соответственно, у нас денег-то ни хрена нету, и уровня нужного нету. Значит, погнали тогда квесты. Так, и куда мы? Зона джунглей. Третий у нас получается уровень. И, наверное, пока мы вот эти галочки все выполнять не будем, потому что, ну, очень там сложно, видимо, нам будет сейчас. И, кстати, появился у нас теперь локальный мультиплеер, что очень прикольно. Мы можем, по сути, играть с друзьями. По сетке. Но у нас такой возможности нет, так что мы пока начинаем просто стрелять. Ух ты, блин, у меня хотя бы оружие уже ништячное сразу сходу идет. Так, ну что, черти, давайте. Так, что мы? Добавляет восстановление основное оружие. Так, ну я думаю, мы, наверное, сегодня все-таки сможем продержаться. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Так, повышение основное оружие. И надо вот эти вот еще штуки долбить. Так, собирай. Ай, блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Меня немножечко коцнули, но ничего страшного. Это нам пока ничего такого особого не доставляет. Так. Время восстановления навыка. Щит. Колесо света. Алчность. Первый уровень. Воздушная поддержка. Ну-ка, что нам в воздушной поддержке? Заморозку всего лишь. Как-то не густо. Не на это я рассчитывал. Думал, что-нибудь полезненькое нам пришлют. А оказалось, что всего лишь заморозка. Так, БПЛА. Так, отлично. У нас есть теперь летающий шарик, который нам будет помогать. Немножечко он стреляет. Не сильно мощно, но хотя бы какая-то уже дополнительная мощь у нас есть. Так что по возможности дополнительное оружие надо прокачивать обязательно. Так. Дальше. Рост. Увеличивает бонус опыта на 10. Давайте. Бонус опыта нам тоже пригодится. Так, зеленые жабы пошли, а зеленые жабы у нас взрываются. Ух ты, ух ты, ух ты. Ништячочек упал. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот это нормально было. Так. Что мы тут выберем? Броня, здоровье. Давайте здоровье немножечко прокачаем. Так, подсоберем все, что тут валяй. Ой-ой-ой-ой-ой, какие-то белые поперли снизу. Товарищи, которых я там не ждал увидеть. Так, достигнут обычный 4-й уровень. Ништяк. О, мы все уже основные цели сделали. Так, сила, навык 25, нормально. Ну, по сути, смотрите, мы можем стоять на месте и немножечко отстреливаться. Но только немножечко стоять. Только немножечко, потому что, блин, поджимать начинает. Уже прям намного больше врагов становится. О, вот это сейчас было в тему. Так, БПЛА, поиск, увеличение... Проникновение на одно. Так, давайте БПЛА, чтобы у нас немножечко пожестче долбил. Так, собираем, собираем, собираем все, что у нас тут навалилось. Дальше. Охлаждение. Отлично, воздушное охлаждение наших пушек теперь работает немножечко получше. Быстрее у нас восстанавливаются навыки стрельбы. Дальше. Сейчас, сейчас будем... Потихонечку будем прокачивать. Мы, естественно, быстро очень ничего не можем тут сделать. Ай-яй-яй. Ох ты, как поджали-то. Ох ты, как поджали. Так, броня. А я еще забываю, что я же могу использовать навык заморозки, когда меня сильно поджимают. Что-то я, блин, перестаю этим пользоваться. Так, воздушная у нас посылочка есть. Ой-ой-ой.
Вы видели, там бегаешь, какие-то чуваки белые появились. Они мне не очень нравятся. Ай, блин. Да нифига себе. Да сколько по нему стрелять-то, чтобы он упал и сдох. Хрена себе, меня поджимают очень сильно. Так, ремонт. Меня что-то очень сильно начинает поджимать. Мне надо как можно больше прокачки. Прям реально как можно больше. Так, а что у нас вот в этой фигне? Замораживание, да? Ну хорошо, замораживание поможет. БПЛА количество. О, теперь у меня два летающих товарища, которые мне будут помогать. Уже. Ай, как-то полегче. Так, есть. Заморозил и высвободился. Блин, откуда что-то столько тварей-то лезет? Ой-ой-ой, прям начинает очень много лезть. Так, и у нас тут посылочки прилетели. Нет, точнее, это не посылки, это какие-то кристаллы. Впитываю я их и что-то получаю. Так, откуда у вас столько берется? Так, граната, пушка, вулканы. Ну. Во, нормально. Отличненько. Отстреляли всех, кто был поблизости. Теперь на прокачечку собираем. Так. Увеличивается атака на 60. Давайте. Это тоже неплохо, когда наши шарики, летающие над башкой, начинают на 60% мощнее лупить. Жалко, что они еще не стреляют, как пулемет. Было бы вот прям очень круто. Слабенько пока. Очень слабенько стреляют они. Так, что мы еще теперь? Область навыка. Так, увеличение проникновения. Ну, давайте увеличение проникновения сделаем. Пусть немножечко посильнее они продырявливают моих врагов. Так. Что мы тут? Область навыка. Разрывной пулемет. Хочу. Так, мощь. Так, общий увеличивает весь урон. Так, увеличивает дальность стрельбы на 100%. Так, дальше что? Вот это вот. Второй нам. Увеличение урона. То есть нам надо прокачиваться как можно лучше. О, босик. Вылез босик. Ай-яй, ох ты, нифига себе. Нифига себе, какой он засрань. Так, а мне, о, на него заморозка действует. Ай, да ни хрена себе. Вот это он шустрый. Вот это он шустрый. С ним опасно, короче, вообще близко находиться. Все-таки этот говнюк пытается меня как-то подцепить. Ладно, я на него, в принципе, обращать-то внимание пока не буду. Разрывной пулемет. Буду стараться издалека его долбить, чтобы вот эта полоска ни хрена. А, у меня же рывок еще есть. Я, блин, забываю постоянно, что есть рывок, который можно использовать. На самом деле тяжело его использовать. Так, а я хочу вон ту штуку забрать. О, я босса започил, прикиньте. Так, и что мне дадут? Так, реинкарнация. Сверхмощное ядро. После взрыва увеличивает урон. Снайперский урон. Давайте лучше урон. Реинкарнация тоже классно. Но мне хочется в этот раз почему-то, чтобы урона было побольше. Так. Ребятушечки, поперли вы, да, опять на меня? Еще и начали теперь стрелять по мне. Вот это плохо. Так, что у нас на первом уровне? Все, что первого уровня, давайте по очереди тоже качать. Чем больше разнообразных прокачек будет, тем, мне кажется, как-то даже получше будет. Да, блин, что-то меня прям поджимают. Очень сильно поджимают. Оружие мое что-то не сильно уже справляется. Так, ящик какой-то упал. Давайте попробуем к нему хотя бы пробраться. Хоть как-то. Так, заморозим пока. И что у нас там? Так, перегрев. Так, проникновение. Увеличивает критический удар, увеличивает дальность обзора. Да нет, обзор мне не нужен. Скорострельность.
Скорострельность — это хорошо. Чем быстрее я стреляю, тем мне проще тут будет выжить. Так, увеличить проникновение. О, пистолеты еще какие-то. Мне главное на полосы не вставать, чтобы по мне не попадали, и все будет вообще шикарно. Надо только успевать уворачиваться, потому что очень много этих жаб стреляющих что-то становится. Так, о, что-то упало, что-то полезненькое упало. Так, БПЛА еще. Добавить один выстрел гранаты. Добавление одного пулемета для ближнего боя. Давайте. Так, дальше. Давайте еще. А, нет. Я думаю, мне еще один шарик дадут. Нет, нифига, просто немножечко увеличили мощность наших летающих товарищей. Ну, смотрите за то, блин, как я теперь их быстро луплю. Офигеть. Главное вот этих стреляющих жаб убивать намного быстрее, чтобы они не могли по мне попадать. И смотрите, блин, как я быстро фармлю теперь нужные мне вот эти вот хреновинки зеленые. Так, дальше что? Добавление 2 пушки вулкана. Воу, у меня прям сейчас нормально так. Так, надо вот так вот подморозить, чтобы немножечко хотя бы себе пространство высвободить. Ох ты, о, вот это мясо, вот это мясо. Так, первый уровень. Так. Все, что первого уровня, качаем до второго. Блин, вот это сейчас у меня нормально вообще, смотрите, я их уничтожаю прям пачками. Так, броня, второй уровень, там, давайте броня первый уровень, значит качаем до второго. Если все второго остается, то уже качаем то, что самое интересное. Так, второй, первый. О, магнит. Магнит мы, кстати, не качали. Чтоб хотя бы у нас побольше появлялось. Да блин, нифига себе месиво. Откуда у вас столько прет-то? Ребята, я, конечно, все понимаю, что вы меня хотите просто уничтожить, но, блин, так это не делается. Так, проникновение редкий. Диапазон атаки. Давайте увеличим. Так, что у нас тут? Так, броня, здоровье. Навык. Время восстановления. Так. Увеличить проникновение редкое, либо увеличить эффект. Эффекты лучше увеличим. Охренеть, вот это мы лупим. Смотрите. Даже сейчас не страшно просто на месте стоять. Я даже двигаюсь на них. Так, редкое. Навык. Область навыка на 30% увеличиваем. Ну, по сути, что, 5,5 минут осталось всего лишь прожить. То есть мы по-любому их проживем. С таким-то оружием, несмотря на себе, да мне кажется, легко. Так, увеличивает скорострельность на 50%. Еще быстрее лупим. Соответственно, и быстрее набираем еще на прокачку. Вот вообще. Так... Увеличение урона, основное оружие на 40%. Просто шикарно, О, еще и тут сейчас подзаморозили большую часть. Вот так вот, просто идем в наглую, сами идем на них. Так, о, смотрите, какие-то новые, какие-то здоровые хэдкрабы как будто пошли. Но они, кстати, какие-то слабенькие. Так, первый уровень, что у нас, давайте вот это... Тоже быстро очень убиваются. Я думал, они какие-то сложные будут. Они нифига. Но главное, кстати, они не стреляют. Но они могут, если близко приблизиться, наверное, сделать мне не очень хорошо. В плане того, что, скорее всего, они присосутся ко мне. И что-то очень нехорошее произойдет. Так, давайте пробежимся, соберем. Тут куча всего. А куда все деваются? Так,
Что-то упало. Что-то упало интересненькое. Давайте заберу. Так, увеличение урона редкое. Давайте вот это. Редкое, наверное, ценнее все-таки. Ничего, теперь только вот эти хреновины с щупальцами лезут. Блин, это реально хаткрабы какие-то. Только очень большие. И смотрите, только они теперь прут. А, нет, вон еще красненькие иногда бывают и беленькие. Ой, так. Надо, походу, протискиваться. Что-то немножечко начали поджимать. Еще много лишних врагов попил. Да ни хрена себе, вы посмотрите, сколько полосок. Ребятушки, вы куда так щемите-то меня? Вы куда меня так щемите? Прям очень сильно меня начинают мочить. Всего урон на 15. Прям пипец, мне осталось 3 минуты, вы куда, блин? Так, урон. Еще на 50%. Блин, мне тут уже сложно двигаться даже. Очень сложно становится двигаться. Дайте-ка я проскочу. Во. Хотя бы Ай, блин, они меня, смотрите, куда поджимают-то. К концу купола. Это не есть хорошо, когда меня к концу купола. Так, может мне на них идти? Блин, на них... Ой, блин, ни хр... Да ни хрена, сколько вас тут? Вы чё творите? Вы чё творите, черти? Пошли нахрен. Так, мне нужно срочно прокачку. И вот тут в толпе лежит ящик. Чего-то ценное там, скорее всего. О, да, это бы, вот это было прям очень ценно. Фух. Так. Добавить один выстрел гранаты. Либо урон. Нет, давайте выстрел гранаты. Так, собираем, собираем все, что можем. Собираем. Охренеть. Блин, да вот эти стреляющие жабы задолбали. Просто, блин, мне 2,5 минуты всего лишь продержаться осталось. А не смотрите, блин. Крест-накрест просто хреначат. Полоски. О, блин, ни хрена себе, сколько там полосок. С таким количеством попробуй, блин, тут разберись. Очень-очень много. Очень много, смотрите как. И они все издалека, гаденыши, лупят. То есть мне еще тут надо просто нереально как-то вот так вот маневрировать. Так, во. Так, ой, там тут какая-то жопа. Ребята, я даже выбраться оттуда не могу. А, общий критический урон. Так, давайте, я не знаю, редкое вот это выберем. Просто пипец. Смотрите, сколько их тут. Я не знаю, как отсюда выбираться. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько вас там? Да сколько вас там, ребята? Мне просто приходится проламываться. Проламываться, а мне еще к ящику как-то надо тут подойти. Да посмотрите, какой пипец. Все, блин, это просто жесть. Так, а что мне? Увеличение урона. Так, давайте вот этого. А, ремонт, уровень, колесо света. Во, диски мы еще себе крутящиеся добавили. Ну, хоть еще какой-то добавился небольшой шанс на выживание. Блин, у нас минута осталась. Как эту минуту выжить в таком количестве врагов? Это просто пипец. Просто нереальное количество. Как будто мы какой-то прям... кокон или гнездо разворошили их, они прям все просто прут, тут их, я не знаю, уже тысячи. Ребята, реально их тысячи тут, походу. Это все классно, но нам 30 секунд надо просто продержаться. Ну все, 30 секунд мы теперь продержимся. Вот так вот просто бежим нахрен. 27 секунд, но уже теперь все. Ребята, мы, походу, зачистили. Ой, теть твою налево, откуда ты вылез-то? Откуда ты вылез? Я тебя вообще не ждал, 14 секунд. Откуда вылез этот хрен здоровый?
Ой-ой-ой-ой-ой, ни хрена себе. Вот его я не ожидал. Так, 3 секунды, 2, 1, 0. Все. Отлично. Так. Бомбежка произошла нормальная. Так, щит мы еще. Да, в принципе, мы уже, по сути, ничего нужного тут не соберем. Так, ну... Блин, 7627 врагов мы замочили. Это охренеть как много. Так, сверхмощное ядро. Ну и все. Можем подсобрать что-то еще такое. О, нифига себе, мы даже достижение получили. Ладно, и типа можем улетать. Вот это мы нормально сейчас. Так, достигли 40 уровня. Итого получено плюс 10. Награда, сбор, вернуться на базу. Так, ну и что? А у нас все равно второй уровень, да? А, так, броня... Блин, силовую броню я не хочу, я оружие хочу. Усиление. Блин, стажер 5 уровня. Да блин, как тут прокачивать-то 5 уровень? Охренеть, винтовка. Тут вообще даже не активируем. Дробовик. Так, вспомогательный 4-й. 3-й уровень. Блин, я даже 3-й уровень еще. Функция в разработке скоро. Это что, титановый мех? Ух ты, нормально. Прогресс планеты всего 5%. Угу, потом у нас 4-й сектор будет, да? Зона джунглей. Ладно, на сегодня, слушайте, достаточно. Мы затащили. И это круто. И, кстати, задания тут какие-то есть. Стажер 3-й уровня. Мы разблокировали. Нифига себе. Покупка командира. Так, 1000. Подтвердить. Нифига себе, я себе купил командира 3-го уровня. А, так, 2800 еще. 4200. Я 4-й уровень открыл себе. Нифига, я за эти деньги могу себе же уровни, смотрите, качать. Аж до 5-го, походу, да? Да, до 5-го уровня прокачал. Денег-то у меня теперь много. А, только единственное, так, данные игрока... А, снаряжение. Мы же теперь можем себе снаряжение. Ух ты. Вот это да. База урон 16. Ну, по сравнению с 6. Дробовик. Так. Так, подтвердить. Дробовик плюс. Блин, мы можем качать. У нас теперь есть какой-то крутой дробаш. Так, подтвердить. И базовый урон можем качать. Нормально, все, и денег у нас, в принципе, не осталось. Так, но зато вспомогательное снаряжение мы сразу можем усилить. Чуть-чуть не хватает. Чего там не хватает? Обычный уровень. А, у меня 5-й уже. Обычный уровень 2. Хрен его знает. Ладно, ну мы прокачались уже, это круто. И на этом сегодня все, ребят. Если понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Жду от вас комментариев каких-нибудь. С вами был Пип. До скорых встреч. Увидимся. Пока.